Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. І якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему, під час якої ми з вами спробуємо відірватися від суєти і налаштуватись на духовний лад. За допомогою, звичайно, нашого сьогоднішнього гостя, настоятеля Свято-Никольської церкви, протоиерея Михаила Бойка. Отец Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что, несмотря на занятость, вы приезжаете к нам в студию, чтобы слово молвить спасительное и духовное, которое очищает наши души. Отец Михаил, мы продолжаем сегодня беседу о церковных таинствах. Да. И сегодня мы поговорим с вами о таинстве исповеди, потому что, как выясняется, телезрители, исповедь – это не просто исповедь, это таинство. Почему, отец Михаил, таинство? Дело в том, что в Новом Завете Церкви, которую утвердил Господь, наш Иисус Христос, есть ряд таинств, которые являются необходимыми для человека, христианина, стремящегося для своего спасения. И правильно говорите вы, что таинство исповеди, оно является одним из тех таинств, которые необходимы человеку, верующему, прибегать. Отец Михаил, знаете, когда-то еще Иоанн Кронштадтский говорил о том, что народу необходимо покаяние. Покаяние и исповедь – это одно и то же или это разные вещи? Это совершенно не является разными вещами, потому что исповедь – это то, что человек исповедует, конкретно предстоя перед священником на таинстве. А покаяние – это уже как образ перемены человека в его действии, отказ от своих греховных образов жизни и обращение к Богу, к правильному образу жизни. То есть на исповеди человек может покаяться и раскаяться в своих грехах. Нет, именно покаяться в своих грехах, но при этом ничего не сделать для исправления. И тогда получается, что покаяние не произошло? Вопрос в том, что если посмотреть само слово «исповедь» или «покаяние», метаноя с греческого, она обозначает изменение образа мысли, изменение образа жизни. То есть человек не только лишь должен признать свою неправоту, и об этом рассказать на таинстве, но также должен приложить усилия больше вновь ее не повторять. И по мере возможности и спросить прощения, и исправить там, где он был неправ или кому-то сделал какой-то ущерб. Да, это вот так оно звучит очень здорово, но я думаю, что и телезрители, особенно те, которые бывают на исповеди, они согласятся, что искренне раскаиваешься в своих грехах, отец Михаил, а выходишь, и аки пес возвращаешься на свою блевотину. Как же ж тогда быть? Вопрос в том, что само понятие человек, признание человека себя греховным перед святостью Божией, оно еще было в Ветхом Завете, когда, естественно, таинства не было. Те люди, которые признавали себя греховными, должны были принести жертвы, которые они себя пытались оправдать, вознося жертву Богу, как бы вместо себя человек жертву приносил, дабы избавиться от наказания самого же себя за свои же преступления. И если были прегрешения или от перед Ветхого Завета первосвященника, или все общество, или одного какого-то человека, был ряд этих жертвоприношений, которые подчеркивали все то, что человек, если он пребывает в грехе, в нечистоте, он не может быть достоин благодати Божьей. И святость Божья не может пребывать там, где человеческая душа пребывает в грязи греховной. Поэтому уже тогда, конечно, другой формы поклонения Богу, кроме жертвоприношений, период Ветхого Завета не было. Поэтому не сами жертвы были нужны, но человек сам должен был признать себя греховным и понести какой-то от себя потерю, какой-то для себя урон, ввиду того, что он своей нечистотой нарушает святость Божию, которая присутствует среди народа избранного в то время, период Ветхого Завета. И те жертвоприношения, они имели воспитательный характер. Они всегда напоминают человеку, что Бог свят, и каждый человек должен также стремиться пребывать в святости и к этому неутомимо всегда наближаться. Отец Михаил, а можно ли сказать, что Новый Завет, он обратил все свое внимание непосредственно на одну личность человека, потому что, ну, как говорят старцы, нет ничего дороже у Бога, чем душа одного человека. А в Ветхом Завете вот эти большие жертвоприношения при большом стечении народу или даже там семейные жертвоприношения, все равно они настраивали на то, что это
люди – это в общем люди, но не конкретно один человек, или нет? В период Ветхого Завета это никак не могло являться таинствами, и тогда был воспитатель характера, носил всем общество. Если кто-то из общества согрешил, тогда грех ложился на все общество. На все общество, да. И тут же рассматривается в новом периоде, что человек лично сам является творением Божьим и идет ко спасению, сам трудясь над своими недостатками. Мы перед светлостью и святостью Божией признаем себя недостойными ввиду осознанного признания тех грехов, которые сами же совершили. Вот в Ветхом Завете там око за око, зуб за зуб. А то есть если грешили предки, то их грехи переходят и на их потомство. А в Новом Завете уже эта связь прерывается, ну, да? Во-первых, око за око, зуб за зуб, это имеется текст и говорит о том, что наказание за преступление должно быть равнозначному. То есть если человек сделал какое-то либо преступление, он должен понести, соответственно, ровное наказание за это, а не какое-то наказание более-менее так не соответствует урону и ущербу ближнему или обществу, который он принес. То есть, если это не говорится о мести, это говорится о ровном воздаянии за наказание. Угу. То есть если кому-то голову отрубил, значит, ты ему отруби тогда. Да, рубили. Конечно, да. Угу. Если человек сделал намеренное убийство, его побивали камнями. Но мы сейчас говорим, конечно, о Новом Завете, да, новом. И речь идет о том, что человек сам, как творение Божие, должен стремиться к тому, чтобы он избавился себя самого, осудя голосом своей совести себя самого за свою неправоту, за свою греховность, и спросил Господа прощения, а признание своей греховности – это уже первый шаг к покаянию. Отец Михаил, покаяние, оно присутствует, этот термин присутствует во всех религиях мира. То есть это говорит о том, что очищение своей души, оно настолько важно, что без него невозможно даже и двигаться вперед. Это говорится о состоянии здоровья внутреннего человека, ее духовном, душевном состоянии прежде всего. Поэтому, если человек является духовно больной, правильно говоря, он же должен сам стремиться к своему же исцелению. И о таинстве покаяния нам очень хорошо говорит притча о блудном сыне, которым свидетельствует Господь о том, что сын ушел от отца своего, тем самым это знаменуется, что верующий человек грехами уходит от отца своего небесного. И тем самым, удаляясь, он пребывает все более и более, поглубляется в свое заблуждение, совершая свои все глубже и глубже грехопадения, и пока сам не осознает и не усилит свои решимости вновь обратиться к отцу своему. Вот это та борьба, которую должен сам человек сделать над собой усилие, признание своей греховности и возгореться желанием избавиться от своей греховной рабства, греховной зависимости. Ведь говорится о том, что сын пришел в себя и пожелал вернуться, но его покаянные слова звучали совсем по-другому. Он хотел, чтобы отец его принял как единого из наемник, поскольку за свои поступки он уже не желал и не мог надеяться именоваться сыном отца своего. И поэтому он возвращается с надеждой, что отец его примет. Он же возвращается с надеждой, что отец его примет, и исповедует ему свое согрешение. Согрешил и недостоин называться сыном твоим. Но отец, как вселюбящий, его прощает, возвращает ему сыновное достоинство. И также притча заканчивается тем, что он говорит старшему сыну, отличителя младшего своего сына, что он был мертв и ожил. И именно эти слова «мертв и ожил» говорится о его внутреннем духовном состоянии. Он духовно умер в своей греховности, но благодаря, что он вернулся и раскаялся, он приобрел свое сыновье достоинство. Отец Михаил, очень много уделяется внимания именно тому, чтобы призывать людей к исповеди, к покаянию. Но не всегда слышен этот зов, и не всеми, потому что вот многие люди живут и живут, ничего плохого не делают. Ну, вот бывает, вы же как священник с таким многолетним опытом службы Божьей, не убил, не крал, ничего не брал, не воровал, ну, в общем, живу как все, в чем каяться? Вот как разбудить душу к тому, что у каждого человека есть свой маленький скелетик? Вопрос состоит в том, что
чем больше человек стремится узнать свою греховность, тем больше замечает в себе недостатков, которые раньше просто признавал нормой жизни. Угу. Ведь если, говоря уже о мытии в период Нового Завета, Господь призывает к такой чистоте, чтобы человеческие только действия и слова, но и помыслы тоже были святы. И в это все отношение глубины святости от Ветхого Завета заветного человека, который такой высокой нравности ничего не требовалось. Ну, сейчас нас слушают и думают, ох, и помыслы, чтобы были святые, это слишком высоко и слишком сложно. Не лучше ли просто жить, как жилось прежде? Вопрос здесь в самих помыслах. Вопрос в том, что с помысла все начинается. Угу. То есть не с поступка, а сначала с мысли. Все начинается с мысли. Действие зарождается, и слово также в мысли человека, прежде всего. И если человек все время может задумывать злое действие, оно рано или поздно всегда проявится. Или в слове, или также в действии. И призыв к тому, что человек должен стремиться к чистоте разума своего для того, чтобы тем самым зарождение греха, он уже был избавлен от этого. Тем легче ему будет бороться с греховной привязанностью, если он будет уже на периоде зарождения грехопадения уже бороться с ним. Ведь и в мире сем есть дьявол, который всегда искушает, и склон к человеческой природе грехопадению уже от наших прародителей Адама и Евы передается из поколения в поколение. После потери той первой великой благодати Божией наши прародители человеческой природы была склонна, Божия, более склонна к греховным действиям. Поэтому жизнь человека на земле – это тот период борьбы за святость свою, который он получил награду от Отца нашего Небесного. То есть образ первых человеков, Адама и Евы, был искажен грехом, который они совершили. Образ Божий, да. Образ Божий в них. Да. И вот с этого все и началось, да, когда человек либо старается выйти на путь, ну пусть худо, бедно, но старается, либо не старается и плывет по этой реке, куда приплывет. Если человек не пытается посмотреть внутрь себя самого, он, конечно, никогда там ничего не увидит. Но тот человек, который пытается заглядывать в свою душу, он всегда будет признавать как свои добрые поступки, так и здравомыслящие признавать и худые свои поступки. Ведь это наши поступки. И которые не являются не только мы сами себе свидетелями, но также с кем нам приходится встречаться, общаться, они тоже являются свидетелем наших худых поступков. Даже если по своему эгоизму мы можем их не признавать, но их действие всегда остается. Отец Михаил, а вот скажите, пожалуйста, почему, когда человек часто подходит к исповеди, он ощущает себя еще более грешным, а люди, которые редко, допустим, раз в год подходит, ну, на Великий пост, то, ну, в принципе, там, сказал, раздражался, кричал, ругался, ну, вот и все. Признавая пред святостью Божией свое несовершенство, это правильно. И когда человек исповедуется время от времени, не делая большие разрывы во времени, ему легче вспомнить свои грехопадения, и он может вспоминать и себя видеть. Если человек прибегает раз в году в период Великого поста, конечно, он, не замечая тех своих поступков, которые многократно уже повторялись и которые уже входят в норму жизни человека. И тем более, если туда, здесь можно поднять вопрос о забытых грехах. Если человек исповедуется, говоря, регулярно, такой вопрос забытых грехов, конечно, меньше всего возникает. Если человек исповедуется раз в год или не так часто, конечно, вопрос забытых грехов всегда становится, и поэтому уже стоит, и вроде бы ничего и не сделал особого. А почему? Потому что мы все реже и реже смотрим в себе вовнутрь, в свое духовное состояние. Поэтому и есть забывание грехов, а также то, что мы уже, живя как все, ничего особого не делаю. Это те слова, которые свидетельствуют о нежелании человека увидеть свои недостатки духовные. Да, вроде как ничего плохого не делаю, а на душе так мерзко, да, почему, казалось бы? Ну, если совесть обличает, покоя на душе всегда же не будет. Поэтому волнение, тревога не будет покидать человека. Совесть – это ангел-хранитель или это другое чувство, да, дарованное Богом, или это дар Божий? Это тот дар Божий, который является голосом Божьим внутри человека. Ведь человек сотворен по образу подобию Божию, и если подобие мы утратили, то сейчас образа Божия, наличие разума и совести в человеческой природе присуще.
Поэтому совесть всегда будет говорить. Всегда? Человеку всегда. Если он, человек сознательно не захочет ее слушать, тогда он ее не услышит. Угу. То есть все-таки бывают моменты, когда человек... Бывает, человек подходит к такой черте, когда уже голос совести он не слышит. Но не слышит страшно. Или не желает слышать. Или не желает слышать. Если человек или не слышит, или желает слышать, естественно, он никогда не признает себя греховным и не исправится. Ведь это зов к исправлению. Исповедь – это ни в коем случае не является какой-то мере наказания. Исповедь является врачеством, когда грех рассматривается болезнью, а исповедь рассматривается как лечением от своего духовного заболевания. И в этом случае, когда человек исповедуется на таинстве, священник является свидетелем, а не судьей. Но этот имеет он то право, когда от апостолов, в книге Деяний 19 глава упоминается, что многие уверовавшие приходили к апостолам и говорили о делах своих и приносили их образы покаяния. Дальше с епископом и пресвитерам пришло право вязать и решить на таинстве исповеди, но в этом случае всегда разрешение грехов происходит от имени Божия, человек, священник имеет право разрешает именем Божьим. Но условие состоит только лишь в том, что человек должен искренне раскаяться. И если есть грехи утаенные сознательно, не желающие человека исповедовать, в этом случае, естественно, ничего автоматически не происходит. Угу. Ну, есть забытые грехи, а есть сознательно утаенные. Угу. Это разные вещи. Ну, конечно, разные. Когда человек сознательно что-то либо утаевает, в этом смысле он хоть и признает себя греховным, но это свидетельство, что он не желает избавиться или исправить. Ну, может, неудобно говорить священнику, знаете, разные бывают. Ну, исповедь заключается не в подробном изложении, а в изложении общими словами грехопадения человека. Есть много литературы о покаянии с помощью исповеди, святоотеческие творения, которые человека могут настроить и направить, как исповедоваться. Ведь исповедь состоит в том, что мы должны признавать всю ту свою греховность перед лицом святости Божией, которой мы сами виноваты. И если даже мы в чем-то не всегда испросили прощения ближних своих ввиду разных причин, но внутри себя человек всегда должен признать в том, что он, не виноват, что он виноват, и об этом надо сожалеть. Если мы одобряем свою неправоту, свои грехопадения, тем самым мы никак не сможем в них раскаяться. И вот у нас есть и примеры святости жизни. 20 ноября, друзья мои, Святая Православная Церковь совершает память местно чтимого святого в Николаеве, настоятеля церкви на Фалеевской, Свято-Николаевской, священномученика... Николая Романовского. Да. Да. Вот вы сегодня настоятельствуете в этой церкви, отец Михаил. А отец Николай настоятельствовал там когда? С 1909 года до 1935 дня, с последнего дня служения его ареста. Это был период гонений на церковь православную, период атеистического нравственного разгула, когда многие священники пострадали. Но священномученик Николай всегда оставался верным своему служению, всегда пребывал в рясе, всегда проповедовал. Хотя неоднократно НКВД его предупреждали о своей деятельности, ведь он был человеком непростым. Уже будучи после окончания семинария, он поставил служение в Новобургский округ. Его поставили инспектировать церковно-приходские школы, все воскресные школы. Он именно занимался просвещением народа. И был тем попечителем, которого, благодаря его труды, уже перевели также в город Николаев. Большая его деятельность попечительская состояла в том, что в период Первой мировой войны в 14-м он был председателем комитета сбора пожертвований для войны Первой мировой для солдат. И также он был глава комитета, который занимался уже лечением раненых. По городу он был настолько лицо известное своей нравственностью и порядочностью, что ему уверяли это великое служение, заботу о военнораненых. Этот период был, что его дом всегда был открыт, и он всегда всем помогал, чем только и может, и словом, и делом. За свою жизнь он вырастил, воспитал 8 детей. Но когда пришло время гонений, он и его старший сын Антон были арестованы за антисоветскую деятельность, как тогда именовалось, и на 8 лет лишения свободы с полной конфискацией всего имущества, в том числе и дома жительства. И то есть его многодетная семья была...
практически лишена крыши над головой. Тот дом, который он имел, был лишен. Ну, конечно, дети уже были взрослые, и матушка в то время уже будучи поляризована, заживала со своими другими детьми, ведь старший сын Антон также был с ним арестован. И они были где-то замучены и неизвестно... Это история карантинского лагеря, когда вместе с многими духовенством, пребывая, там множество было, они когда были там на отсидке, со временем им запретили пребывать в переписке, но внутренний суд лагеря всех приговорил к расстрелу. И было большим количеством людей, как в исповедника веры, которые были обличены ложно в попытке создания истинно-русской церкви, которая является враждебной к советской власти, хотя он отказался от своего обвинения, несмотря на это, большое количество духовенства в тот же день, 20 числа, было суждено на расстрел. Отец Михаил, за подвиги отца священномученика отца Николая и за его мученическую кончину он причислен к лику святых и считается местно чтимым святым. То есть он является и покровителем нашего града и всех вас. Вот вы живете здесь, вот все, у вас есть покровитель. Не, вопрос в том, что покровитель тот, кому обращаемся молитве за покровительством. Угу. Это можно многим святым обращаться, но это тот святой, который, скажем, действительно жил в нашем городе. Ведь не так давно еще была жива ее внучка Юрьевна Романовская. И она является своим свидетельством, живым свидетельством его жизни, его страданий. И также остался в памяти его дневник, который более 400 страниц, где он записывал все свои действия довоенные Первой мировой войны, свои труды на поприще образовательном и также период Первой мировой войны. И этот дневник, писанный его рукой, является тем документом боли народа, те времена тяжелые, и также его непрестанного служения, которое он нес до конца своих дней, никогда не отрекшийся от Господа и до самой кончины своей исповедовал себя священнослужителем православной церкви. И знакомясь с житием священномученика Николая Романовского, свидетельствуют эти страницы о его, не только о его глубоком милосердии, но еще о его бесстрашии, бесстрашно исповедовать веру Христову и призывать людей к исповеди и к покаянию. Да, он претерпел до конца, поэтому и спасся, по словам евангельским, но до конца своих дней нес то служение, давал человеку возможность пребывать тем таинствам церкви, которые являются ему необходимы и спасительны. Несмотря на то, что это было смертельно опасно в те годы. В то время, да, это было смертельно опасно, не только для себя лично, но и для своей семьи и всех ближайших родственников. И вот, казалось бы, он подставлял под удар семью, принимая конечно, да. исповедь. Понимаете, семья была верующей, они были с ним соратны. Если пришло время испытания веры, исповедания веры, были люди отпадшие, но и были те, которые стояли до конца в исповедании своем. Поэтому является новомучеником, исповедником периода 20 века. Каждое время, в каждом времени есть периоды, когда человек становится перед выбором исповедования веры. Это правда? Вот каждое нет, время? Нет, есть периоды, когда человек всегда должен быть исповедником веры своей, но есть периоды, когда это исповедание веры необходимо претерпеть как гонением, а бывает так и мученической кончиной. Период истории, если смотреть русской церкви, это период, касался 20 века. Период римской церкви, там период апостольских времен, это было гонение периода Римской империи, но время от времени по всей земле, мы это можем даже и не знать, всегда возникает тут вопрос, когда человек должен исповедать веру всего Господа своего и также претерпеть те страдания, которые ему предложили, восстали на временном жизненном пути земном. То есть вот эти гонения или эти трудности, или эти скорби, они для того, чтобы проверить, насколько человек верен в вере? Нет, не для того. Это все от падения общества идет. Ведь гонение началось с того, что общество нравственно пало, поэтому они восстали на церковь православную, на нравственность. Это не Богом посылается гонение. Гонение, Господь укрепляет человека в те гонения, испытания веры, но само общество людей должно стремиться, чтобы нравственная чистота и святость среди общества всегда пребывала. Если падение нравственности глубоко, то чем глубже оно, тем тяжелее вновь восстановить
человеческое достоинство в очах Божьих. И вот память священномученика Николая Романовского совершается 20 ноября, и в церкви на Фалеевской будет... Это воскресный день, будет служение, будет прославление с изнесением его иконы, поскольку он тот святой, который до последних дней оставался молитвенником, пребывая в служении пастырском своем за всех нуждающихся. И также теперь является молитвенником о всех тех, кто обращается к нему с молитвенным ходатайством. И в первую очередь, конечно, это должны знать мы, николаевцы, проживающие в этом городе, где он понес свои страдания, где он пронес свои, закончившую свою жизнь мученической кончиной. Поэтому, друзья мои, в воскресенье, если у вас есть возможность, приходите на Фалеевскую, на Божественную литургию и... Вместе прославим и помолимся Святому Угоднику Божьему. Да, действительно. Память которой празднуется 20 ноября. 20 ноября. Ну что ж, друзья мои, я надеюсь, что вы сегодня недаром провели свое время вместе с нами, потому что вот просто вижу, как и глаза ваши заблестели, и лбы разгладились. Це була розмова на тему. На все добре.